Санаторий «Заполярье», как одна из крупнейших и самых узнаваемых здравниц Сочи, на международном туристском форуме представила и свой стенд. Сотрудники санатория потенциальным клиентам и партнерам рассказывали об услугах, которые сегодня предлагает «Заполярье». Будучи местом клубного семейного отдыха, санаторий предоставляет своим гостям широкий спектр услуг и развлечений на самом высоком уровне. На протяжении 5 последних лет компания «Норникель» инвестировала в масштабную реконструкцию принадлежащего ей санатория «Заполярье» более 5 миллиардов рублей. Весь номерной фонд, а номеров в Заполярье более 700, обновили, так же, как и инфраструктуру. А это собственный пляж, открытые бассейны, аквапарк, современный спортивный комплекс, бары, рестораны, боулинг, бильярд и спа. Ну а сегодня все силы направлены на обеспечение высокого уровня сервиса. По показателям одного из рейтинговых сайтов мы добились того, что попали в первую десятку санаториев и средств размещения Сочи. Получили в этом году сертификат качества на наш пляж первой категории. Получили синий флаг. Мы привлекаем наших гостей тем, что мы повышаем значительно уровень сервиса на территории санаториев, как формата питания, общественного питания, так и средств проживания и развлечений. Санаторий «Заполярье» традиционно принимает участие в масштабном международном туристском форуме в Сочи. На этот раз цель – показать то, каких успехов добился санаторий, который отметил 60-летний юбилей. Кстати, помимо отдыха и развлечений, «Заполярье» предлагает и оздоровление. Для каждого пациента индивидуальная программа диагностики, лечения и реабилитации в медицинском центре санатория. Ну а о том, что все услуги «Заполярья» более чем востребованы, красноречивее всего говорят цифры. Средняя загрузка здравницы за год составляет более 90%.